Танки не уходят с улиц сирийского города Хама, заняв позиции на центральной площади Оронтес. С минувшего воскресенья в городе идет операция по подавлению антиправительственных протестов. Местные жители сообщают, что все коммуникации отрезаны, и танки прямой наводкой обстреливают жилые кварталы, в частности, квартал Аль-Хадер. Большая часть его была разрушена во время репрессий в Хаме в 1982 году. Тогда погибли тысячи людей. По данным местных правозащитников, в результате нынешних репрессий в Хаме уже погибли сотни человек. Несмотря на практически осадное положение, похороны погибших перерастают в новые акции протеста. Центральная площадь Хамы была местом проведения крупнейших в Сирии манифестаций против правления президента Башара Асада. Восстание длится уже 5 месяцев, и участники требуют гражданских и политических свобод. Сирийские правозащитники утверждают, что с начала протестного движения в стране погибли уже около 1500 человек.